Игроки московского «Локомотива», которые встретятся с местной командой в полуфинале розыгрыша Кубка. И они выходят, взявшись за руки. Ну вот, видите, вот этот зубастик, 9-й номер, который может доставить, будет проведен во Франции. Как раз начнется матч чемпионов мира команды Бразилии, Шотландии на российском канале этой встречи. Прозвучал бразильский гимн. Команда Германии на второй позиции. Я думаю, что это будет очень интересная игра. Я уже говорил о том, что в 10-х стадиях чемпионатов мира по футболу эти сборные между собой еще ни разу не играли. Был один на стадионе Сен-Дени, на стадионе Франции. И, наверное, это действительно чемпионатов мира. Сборная Германии выступает в белых футболках. Вот Юрген Клинсман, 9-й номер из Интера. Денильсон из Сан-Паулу, полузащитник, у него 10-й номер. И Ромарио, чемпион. 22 матча не проигрывала. Прикрыть мяч корпусу Клинсману не удалось. Но слишком много игроков было. Командой, ну, кроме вратаря, конечно же, на чужой половине поля. Удар. Хороший удар. Андреас Кёпке на месте. Немцев. Бразильцы предпочитают играть вниз. Сейчас Роналдо. Неожиданное, прямо скажем, назначение. Но дело в том, что... Видите, уже и Юрген Клинсман вернулся на свою половину поля. Почувствовал Сальберто Парейра, который сейчас работает в Саудовской Аравии. Удар поворотом. Ну что ж, хорошо сыграл Тафарел. Не самый, может быть, отвертый. Но чем же ответит Бразиль? Почти 20 минут сыграны. Хороший удар. Плотный, приложился. Передачи верхом. Очень часто передачи верхом. Ну, вы знаете, Тафарел просто блестяще сыграл во второй раз. И вот на этот раз момент был чемпионат мира Клинсман. Вот он мастер наносить такие удары из сложных положений. Технично Денильсон с... Мощная такая волна надвигалась на ворота Тафарелла. Бразильцы могли не успеть. Ромарио. Да, идет минута. Прямая трансляция на российском канале из Штутгарта. Встречаются сборные Германии и Бразилии. Пока счет не открыт 0-0. Так незаметно. Гол! Ну вот так, видите. Второй удар по воротам. Андреаса Кёпке. И счет в матче Германия-Бразилия открыт. Четырехкратные чемпионы мира забивают мяч. Марио Загало и Зика абсолютно спокойны. Вот я только хотел сказать, что немного футболистов в желтых футболках в штрафной площади немецкой команды. Давайте посмотрим. Роналдо. Сейчас... Немецкие защитники этому техничному игроку получили мяч и сразу же заволновались. И три бразильцы провели по 73 игры. Но вот вторая минута подходит к концу. Еще раз скажу, что это прямая трансляция на российском. Можно бить. Подбирает ногу. Ну, вы знаете... Была передача. Денильсон. Хорошая техника. Роналдо и Ромарио. Я имею в виду Оливера Бирхофа и Юргена Клинсмана. Большой площади. Вот видите, заволновался Берти Фокс. Почуял неладное. Может быть, 23. Денильсон с мячом. Вот видите, вот гость. Примерно 5 минут, наверное, побольше осталось до окончания первого тайма.
В тут группе встречаются Германия и Бразилия. Гости выигрывают 1-0, и немцы играют в меньшинстве. Юрген Кёль, кто-то из защитников, сейчас я этого не вижу. Удар! Можно только посочувствовать Андреасу Кёпке, он чуть не запутался в сетке в собственных ворот. То, что врачом, это гости, бразильские футболисты. Сейчас уже их атаки интереснее. Может быть, сознательно. Роналду уже не первый раз мы обращаем внимание. Как здорово на... Да. Вот. Штрафной. Друга. Сборная Германии встретится скоро с командой Нигерии. После этого Берти Фокс назовет. Практически Дэниэльсон. Ну что, в игру. И в это время звучит свисток. Перерыв во встрече Германия Брайл. В общем-то, это достаточно техничный игрок. И не грубый. Что счет в этом матче открыл Сезар Сампайо. Футболист опасную игру. Был удален из поля. За... Бразильцы идут вперед. Удар по воротам. Не первый раз уже рвется к воротам Дэниэльсон. 10-й номер. Многие предполагали, что этот футболист, в том числе и я, к ним относился, к тем, кто предполагал, будет недостаток то, что обилие штрафных, свободных и желтых. Вот как раз Роналдо на вашего мяча, он и Ромарио. Золотые футболисты, золотые мальчики бразильского футбола. Роналдо как раз выступает за Интер. Интер в четвертьфинале одолел Шальке 0-4, команду, которая Роналдо. Бразильцы не торопятся провести атаку, не торопятся расстаться с мячом. И можно игроку. Практически в одно, в два касания, но максимум в три играют. Запасных играет, а нет, простите, Рай, я ошибся, да, за рубежом, не в своей стране, и единственный игрок, который выступает в первенстве Бундеслиги в составе сборной игр. 56-я минута идет матча Германия-Бразилия, и продемонстрировал технику, не очень рационально сыграл, желтая карточка, еще одна. По-моему, футболисты сейчас соревнуются только в одном, кто получит больше желтых карточек. А и немцы очень хотят, чтобы у кого-то из бразильцев это была вторая желтая карточка. Очень опытный игрок, который прошел все национальные команды своей страны. Роналдо. Хорошая передача за спину защитникам до Барселоны. Гол! Гол! Да. Такая ошибка обороны. И вот видите, как угадал замены Берти Фокст. Ульф поскользнулся. Скорее всего, поскользнулся. Ну, правда, сначала они добились того, что судья уравнял составы игроков. Ох, вот это уже... Всегда опасно, это всегда прекрасно, но управлять очень непросто. И нужно из них вытащить Европу и еще и чемпионов мира. Так что дела хватает. Там был, простите. Этот игрок не очень заметен на поле. Хотя, безусловно, опыт большой. Вот смотрите, сейчас Ромарио с мячом. Сейчас стоит на штрафной площади, но не очень далеко. Вовремя сейчас убрал ногу. Сампайо. Роналдо сбивают. А был уже на ударе этот игрок. И, видимо, вот это заставило защитника сборной Германии нарушить. Кто же будет бить? Угловой.
Не удалось на этот раз перебросить стенку. Ну, сейчас, наверное, будет титр, и мы сможем узнать. Роналдо. Денисон. Роналдо. Вошел в игру. И еще один футболист, это Бебетто. Ну, вот этого игрока вы знаете, чемпион мира. И одна в команде и Германии. А Бебетто заменил Ромарио. Первого и второго таймов играли. И вот видите канал. Тарнат. Удар! Хороший удар. Вот я только хотел сказать вам о том, нет, свежести этому игроку. Уже не в первый раз в простой ситуации он делает неточную передачу. И вот сейчас, может быть, все изменится. Все так и... Не исключая, что это смертельный для немцев контр-выпад команды Бразилии. Счет становится 2-1 в пользу чемпионов мира. Сплюнул. Со злостью Берти Фокс, понять его можно. Посмотрите, на своей половине поля начинает движение. Обороне не оставил вот этот футболист. И видите, касается в первую очередь Роналдо. Роналдо. Ходит к концу этот интересный матч. Я напоминаю, что мне непонятно сейчас. Вспышка активности. А, вот все понятно. И именно этот футболист, выйдя один на один с Андреасом Кёпке, ни вратарем, ни защитником, ни команде Германии никаких шансов не оставил. Можно только присоединиться к поздравлениям ассистентов в адрес своего тренера Марио Загало. Да, действительно, двукратный чемпион мира как игрок и двукратный чемпион мира как тренер. В одном случае помощник, а в другом случае главный наставник. Он как раз заслужил аплодисментов и всяческой юни. Мы как раз покажем матч, в котором встретятся сборные Бразилии и Шотландии. Матч открытия. А это вот нам дает нарез опасных моментов, удалений, желтых и красных карточек, которых сегодня было в матче достаточно. Вот это некоторое новшество. Das war ein Fehler, auf den ich aufzupassen auf César Sampaio. Die erste richtige brasilianische Chance, nachdem die deutsche Mannschaft das Heft in die Hand genommen hat. Aus Mailand und Kirsten. Kirsten, wunderbar gemacht, Tor! Herrlich gemacht, schönes Zuspiel von Christian Wörns. Ich sag's ja, da kommt der Wörns zweimal mit nach vorne in diesem Spiel. Und schon in der ersten Halbzeit ein super Pass auf Bierhoff. Und die Bälle halt nach vorne gedroschen werden bei den Deutschen. Aber Pech für Andi Müller. Und dann nicht aufgepasst hat Wörns zum ersten Mal gegen Ronaldo. Und da macht der Ronaldo das Tor. Es darf doch nicht wahr sein. 87 Minuten, meine Damen und Herren, stand er auf der Aufstellung. Jetzt steht er im Brennpunkt als Torschütze. Christian Wörns zum ersten Mal nicht richtig aufgepasst.